Ну, сравнительно недавно видел, как работают эти машины, проверенные машины. Думаю, поэтому именно они там работают, а не что-то новое. Потому что, как говорил один мой знакомый вертолетчик, говорит, это летающая винтовка Ми-24. И в любых условиях. Там условия весьма такие суровые. Там это... Я вот следующую песню спою. Ее премьера состоялась несколько недель назад на авиабазе Хмеймим в Сирии. У нас на родине метель, а здесь погода на заказ. И многозвездный наш отель, апартаменты, экстра-класс. Удобство снаружи, мы было и хуже. Кругом практический курорт, здесь пальмы чудной красоты, а море просто натюрморт, но видим только с высоты мы эти красоты. В процессе работы мы трудимся в заморской дали, где звучит намаз, и многие совсем не ждали здесь увидеть нас. Другие времена настали, мы пришли и дали мастер-класс. Мы делаем здесь то, чему учились все годы на занятиях и учениях. Буржуи не хотели, но случилось. Мы в деле по прямому назначению. Нам в этом небе не до этикета. Сюда не отдыхать пришли не в гости. Мы днем и ночью помпы и ракеты. Сколачиваем в цели, словно гвозди, по самому прямому назначению. Здесь каждый вылет боевой, от напряжения кипишь. Кабина словно дом родной, вот только жаль, мне не поспишь. А хочется очень, особенно ночью, который вечер не до сна, и не уйдешь на бюллетень. По распорядку здесь война, что день, что ночь, рабочий день. Здесь все на пределе, назначены цели. Мы в нужный час и в нужном месте выпадем с небес, и сразу сдадут цифры 200, духи все в окрест. Прицельный марки, тонкий крестик, миг на них поставит жирный крест. Мы делаем здесь то, чему учились все годы на занятиях и учениях. Буржуи возмущались, но случилось. Мы в деле по прямому назначению. Нам в этом небе не до этикета. Сюда не отдыхать пришли не в гости. Мы днем и ночью бомбы и ракеты. Калачиваем в цели, словно гвозди, по самому прямому назначению. И вероятные друзья нам скажут просто «Very good!» Летать по много им нельзя. У них нормированный труд, им бедным не сладко жить по распорядку. К смертям уже не привыкать, с годами стали мы грубее. Два раза нам не убирать, но не привыкнуть хоть убей. Нам жить под половину и к выстрелам в спину. Минует нас по воле форта смерти холодок, когда спустя полетные карты выцвевший листок напомнит нам довольно ярко ближний, но далекий столь восток. Мы делаем здесь то, чему учились все годы на занятиях и учениях. Буржуи были против, но случилось. Мы в деле по прямому назначению. Нам в этом небе не до этикета. Сюда не отдыхать пришли не в гости. Мы днем и ночью бомбы и ракеты. Вхорачиваем в цели, словно гвозди. По самому прямому назначению. По самому прямому назначению. По самому прямому назначению.